Мы продолжаем десятиходовки. Снова уныло, Е5 на Е4. Ну, хоть бы хотел для разнообразия что-нибудь другое исполнил бы. Хорошо. Что хорошо, уже поздно. Ладно, я даже не буду комментировать. Все. Всю глубину тупость этого гамбита. Черные отдали пешку в перспективе вторую и стоят хуже все равно. То есть, какой смысл жертвовать пешку и все равно оставаться с худшей позицией? Все, зачем CB, а почему не пешка А? Так структура. Как структура после АБ лучше. Все, на... зато у нас маленькие пешки. Это же азы, какие пешки? После АБ я еще понял бы хоть что-то. Ну, у нас всего минус пешка. Чего в этом страшного? Ладно, ничего, сейчас мат дадим. Кого я обманываю? Да, ладья же 6, ладья 6. Слона на Е4. Надо сначала съесть важнейшую пешку, ты не понимаешь. Мы ее отыграли. Да, теперь надо думать. Наверное, пойдем так. Хотим съесть еще одну важнейшую пешку. Да. Вот теперь нам не дали съесть слона на G4. Ой, поставить слона на E4. Ну, поставим сейчас. Ну, так ставить или не ставить? Можно просто сюда сделать и съесть. Тоже, наверное, неплохо. Ладно, поставим. Жертва хотел. Вот он успел, видишь, перекрыться. Ну и жертвы качество. Ну и зачем это надо? Ну это интересно. Говорим. Я сегодня удивительно разговорчив. Ну, после ладья F1 вообще, конечно... Ну, в смысле, у черных полная компенсация, но, может быть, не выиграла. Твои ходы. Ход ладья E3 слабый. Потому что можно ферзь G5 пойти, можно ферзь G4. Ну, ферзь G5, наверное, лучше подвязать как-то. Потому что связка? Ну, да. Так. О, можно третью съесть красиво на тактике. Пешку. Сейчас я буду считать вот до конца партии. Что здесь считать? Два хода. Надо бить. Считать, говорит, будет. Какую ты пешку вообще можешь в этой позиции съесть? G2. Ну вот и ешь ее, только не сразу. Ну надо бить. Да. Нет, я передумал, не. А, хотя ладно, ешь ее, да. Можно. Можно, можно. Так, я же. А, могу есть, потому что на E3 зависает. Да. Только сейчас ферзя не зевни, да, да, все правильно. Ладья E8 грозила. Угу. Ну и все, я пошел этими пешками вперед там. Плю, как хочешь. Да, все нормально. Могу даже H6, да? H3, по-моему. Он сейчас уберет короля из-под связки. На C3, скорее всего. Я это не убрал. Ну все, равно H3 не пускает пока. А, кстати, да. Наверное, выиграно. Легко причем. Только H3 раньше времени не играем. Вот сейчас посмотрим, как он сходит. Вот он правильно пошел, теперь надо слона вернуть на базу. И все, и у черных белых полный паралич. Тут я уже добью, потому что это уже никому не интересно, наверное. Ну уже 5, да. Занимайся. Просто как король идет туда, наверное, и все. Уже можно. Нам дают пешки протянуть подальше. Это всегда полезно. Ну теперь король пошел. Ты же сам говорил, игнорируй все это. Успеваем? Успеваем. Отлично. 36 секунд, в этом беда. Да нет, здесь уже никакой беды. Главное, что король успел шестую линию пройти. Теперь мы ему просто слона отдавать, ладью отдавать за эти движки. И там же ты можешь добивать, если хочешь. И боишься за флаг. У меня фантастическая техника. Я знаю, но тут даже она тебе не поможет. Не выиграть эту позицию, думаю. Связь потеряна. Тем более, что он вышел. Да, ну и опять избавим, да, наших зрителей? Наверное, избавим, да. Да, все-таки человек не захотел играть, просто вышел. Мы продолжаем. Так, опять будет безумный гамбит. Никита, ты здесь? Да. Нет. Что это? Вот неплохо. Да, D3 это более-менее безопасный вариант для черных. Именно что более-менее, конечно. Так. Что ты делаешь? А что, почему нельзя-то? Ну, потому что это же глупо и тупо. Ладно, играй как хочешь, все, твои ходы, ладно, фигуры не раздавай. Зачем этот шаг нужен? Чего ты добился?
Чего я добился? Ты забыл, что это 10 ходовки, а не спаси позицию? Так ничего ж плохого в нашей позиции нет. Ну, кроме отсутствия двух пешек, да. И... Да не зевай на c6, что ты творишь. Зачем ты поставил слона сюда? Объясни мне. Он присмотрелся к пункту... Все, хорошо, все, мои ходы, да? Давай. Ну, в любом случае. Он присмотрелся к пункту g2. Хранится, кто к кому присмотрелся, у нас двух пешек не хватает. И что? Ладно, переходим в эндшпиль по этому случаю. Ну нельзя идти в эндшпиль. Нельзя? Нет. Ладно, не идем тогда. Отдаем третью. Вот это наконец-то первое разумное решение. Сейчас после CD отдадим четвертую. Как гамбит. Ну а чего ждешь, если уже все отдал? Вообще у нас много слона съесть, вот это немножко неприятно. А он по-любому B4 считает, нет? Ну, наверное, да. Что здесь еще считать? Нет, видимо, нет. Ну, даже так, на самом деле, приятно отдал. У нас так. 3 лишних секунды. Следительно. Давай придумаем, что можно сделать тут. Жертва коня на c3. Не. Жертва слона на c3. Нам нужно хотя бы какую-то каплю контр-игры. Конь c5. Самый сильный ход dc без вариантов, но это размен тогда. Поэтому придется здесь бить. И нам сейчас ставят b4. Ну, сейчас до взятия с коня. Сейчас он побьет коня, и мы побьем dc, и нам уже никто ничего не вставит. У нас двух пешек по-прежнему не хватает. Но это неизбежное зло, видимо. Когда ты в напарниках. Смотри, ладья c1. Ого. Нам пешку подарили. Мы напали на мат тонко. Именно тонко, ты правда. Его также тонко защитили. А ферзь g5 отыгрывает по ходу пешку. Какую пешку? Мы же не нападаем ни на что. На f6. Только он сейчас fg побьет. Ну а мы, это же лучше для нас. Мы сыграем ладья f7. Где f7? Да. Ну хорошо, ладно, я не знаю, о чем ты, что ты советуешь, но буду играть по-твоему, ладно. Теперь какой был план? Ферзь e7. Как-то не очень атакуешь, ты не доходишь. Все, да зачем бить? Бить это убого. Да потому что все уже, надо хотя бы что-то находить. Ну сейчас будет h3 просто. А, h3, h5. Ну да, хотя бы как-то пнем. А f3? Ну f3 тоже на h5. На f3 слон b6. Хорошо, слон b6. Какая разница в этой позиции, какая разница? А вот при... А, жаль. g3. А вот так, слон b6. Хорошо. Король h1. Чей, у тебя нет никаких шансов спасти эту позицию, можно даже не пытаться. Почему? Ну, потому что нас намного хуже, как бы, беспросветнее, чем то, что у нас обычно вот есть. Конь g5 опасный удар. Нет, я передумал. Она отличная. Так. Ну и все, тактику надо посчитать, какую-нибудь тактику. Ладья d2, супер тактика. Сейчас мы на тактике следим этого коня, я чувствую. Хотя нет, наверное, не следим. Но он же уйдет. Да. Ну ладно. В твоем стиле выправляем структуру. Поправляем структуру? Да. Скорее всего, нам, конечно, не дадут это сделать. Попытка не пытка, да. Не дали. Ну h5, накидывай. Так, у тебя опять связь умирает. Ну, умирает потихоньку. А все, по-моему, победа. Сейчас c4 грозит. Он не пустят c4, скорее всего. В крайнем случае, сам c4 пойду. c4. Ну, тоже не пустили, потому что теперь ничего, ничем не грозим. Ну ладно, в любом случае стоило слона вскрыть. Да, наверное, это важнее, чем пешка. И? Ну и выиграла по-прежнему, на самом деле. А как защищать?
Просто надо слона отбить, просто кого защищать. Да. Очередная феерическая победа. Всем спасибо за Феерическая. внимание. Вот это точно не надо показывать Почему? никому. Ну, потому что это самая кошмарная партия.